Привет. Это новый влог? Или... Это новый влог. Новый влог, мы едем в Москву. Добавляем сейчас из Казани, из Нижнего Новгорода. Посидел, ты ко мне подошел. Это новый влог, мы едем в Москву, это финальная встреча. И все, мы заканчиваем. Ты как думаешь, больше, чем в Питере будет людей? Ничего не думал. Встреча будет 7 часов теперь длиться. Да. У нас вчера встреча длилась 6 часов в Питере. 6 часов. Но вы, наверное, уже это видели. Вы уже, наверное, посмотрели влог из Питера. А теперь будете смотреть влог из Москвы. Поехали. Блин, конечно, я люблю футбол. Но я не люблю тренеров, которые орут в 8-9 утра, когда мы легли в 4. Да, у нас слева поле футбольное. Вот. И... утром было. Да куда ты пас дал? Куда ты дал? Слава! Ты чё без мяча не двигаешься? Первое движение. Слава, ты чё без камеры? Чё не снимаешь? Мы тачками из Японии занимаемся. Из Владивостока приехали на нем сюда. А почему правый руль? Потому что не Россия. А ты местный? Да. Ну я оттуда в Краснодаре брал. Поэтому 123 век. Прикольно. Не, выглядит стилево. Даже для Владивостока стилево выглядело. Спасибо. У меня К20 еще. Отлично. Как тебе Питер с воды? А, да. Да. Мы хотели покататься по каналу на вот этой лодке, так называемой, да, там, шхуне, я не знаю, как правильно говорит. Блин, невозможно нигде припарковаться. Ну, мы просто не местные, нам достаточно сложно делать, вот вообще направо не смотрим, потому что они переехали еще деда с бабкой. Просто да, потому, что они шли и налево смотрели, а не направо. В общем, и что, грустно, мы не покатаемся, потому что у нас уже как бы время. Надо ехать в Москву, до Москвы ехать приличное расстояние, но 6 часов, так если не спеша ехать. Поэтому едем в Москву, все. Питер, большое тебе спасибо. Это очень теплые эмоции, это очень крутой город. Мы попали сюда в чудесную погоду, познакомились с чудесными людьми. Нам показали такие места, которые даже коренные петербуржцы не видели. Это все увидите в фильме. Так что поехали в Москву. Комментарий можно? Заправка «Газпромнефть» на выезде, получается, на платную дорогу. Заправщик, короче, стоит, ну, человек с баком с другой стороны, а заправщик говорит ему: «Ну, вы развернитесь, против движения, здесь есть стрелки, все, против движения», говорит, «развернитесь, я вас так заправлю». И, получается, весь поток стоит в одном направлении, и одна машина криво просто вот так стоит. И мы, короче, подъезжаем, ну, типа, потому что он отъезжает, чтобы развернуться, мы подъезжаем по своему направлению на заправку. А заправщик говорит: «Да нет, так нельзя, вот, я ему разрешил развернуться, он сейчас заправится». Да. Конечно, какой-то цирк. А можно было постоять 5 минут, и вот здесь бы уже заправлялся нормально, как человек, а не вот этой херней заниматься. У нас в Владивостоке за такое карают, на самом деле. Да, типа... у нас очень с ним строго, вот такой темы нет. Потому что, ну, типа, вот люди стоят. Все. А он. Ну ладно. Этот Polo Volkswagen, чтобы вы понимали, он раньше нас на 2 тачки заправлялся. И он стоит до сих пор, а мы уже едем. И то мы еще специально стояли просто так. Покупали там редбульчик и так далее, хотя могли отогнать машину. Вы напишите, что мы плохие люди, но мы переругались со всей заправкой просто, потому что у них все так криво работает, они просто... вот так вот смотрят, как узколобы какие-то. Это реально какой-то у вас беспорядок происходит на заправочных станциях, и поэтому очереди километровые, и поэтому сюда хреново работает, потому что просто ничего не настроено. Кто как хочет заправляется, это мы разрешили. Тот решил в туалет сходить, пока у него машина заправляется. Машина заправилась, он дальше там сидит на горшке. Этот там все что-то решил купить, пошел в кафе, покушал, пока у него машина стоит, заправляется. Такой дурняк вообще конкретно.
мы прибыли к нам домой, в Савеловской Сити. Более-менее адекватное местоположение, только единственное, что здесь вообще что-то хреновенько прям с парковками. И нам сейчас нужно вот это все перетаскать в дом. А почему? Завтра мы едем на фестиваль японских тачек. Как называется? Jap Days. Вот. Там будут принимать участие там и большие блогеры всякие, типа там Сергея Стилова, вот. И мы что-то так рандомно как-то решили туда заявиться. И наш степ поедет завтра туда. Это будет перед встречей. И потом завтра еще у нас потом встреча. Поэтому нам нужно чуть расчистить багажник для того, чтобы люди могли покопаться в японском минивене на фестивале японских машин. Все, вот нам куда-то туда чесать, где-то там мы живем. Ну, все покажу. Мы в квартире. Вот так она выглядит. На четвертом этаже. О, балкон есть. Есть балкон, есть кровать, есть вот что-то еще, гардероб. Короче, нормальная квартира. Стоимость какая? 7 тысяч. 7 тысяч? Офигеть. 7 тысяч, прикиньте, стоимость этой квартиры. Блин, это реально человек неудобный. Ну, первое ощущение неприятно на самом деле. Слишком перенаселенный, неудобный, отсутствие парковок. Ну, прям какое-то максимально доступное жилье, честно говоря, видимо, здесь. Хотя это район третьего кольца. Поэтому даже не знаю, пока что сказать. Да. Ну, короче, более-менее жить можно. Самое главное, две ночи, по сути дела, переночевать и все. Так что, я думаю, вполне неплохо. Но, конечно, дорого, блин. Очень дорого. Но, чтобы вы понимали, там, в Москве на четверых снять даже два номера в гостинице, это даже не дешево. Доброе утро, Москва. Мы сейчас подготавливаемся к встрече, точнее, к фестивалю, который называется Jap Days. И нужно постричься, привести себе порядок. Всем доброе утро. Доброе. 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 Привет. Вот, короче, и есть. Первый этаж. Нужен на первом этаже. Вот это лифт. Знаешь, нет кнопок, короче. Вы такой видели лифт когда-нибудь? Я думаю, не видели. А остальные-то не видели. Вот такая штука, выбираете какой этаж, лифт приезжает и погнали. Так что, так это и работает. Ладно, все, давайте увидимся на фестивале. Вот, к слову, о крутом московском сервисе. Сейчас мы стоим в барбершоп подстричься. Ну, здесь, да, круто, на территории жилого комплекса есть вообще абсолютно все. Рестораны, бары, там, кальяны, тренажерные залы, барбершопы и так далее. Но вот уже минут 10 стоим, как барбершоп должен открыться, а мы просто стоим. И вот эти человейники, на самом деле, выглядят ужасно, как мне кажется. Вы представляете, сколько здесь живет людей? И вот такие узкие подъезды к жилому комплексу. Здесь какие-то бараки стоят за забором. Ну, не знаю, короче, как-то спорно пока. Ничего такого сверхъестественного нет, хотя мне очень нравится Москва. Очень нравится Москва, но в таких районах жить, конечно, не совсем комфортно, как минимум. А чтобы было комфортно, нужно сильно больше денег. Наша бестия готова к Japan Days. Вроде так правильно называется. Короче, фестиваль японских автомобилей. Мы покажем настоящий японский праворульный минивэн. Там, конечно, наверное, больше все-таки GDM движухи, но именно классической. Но ничего страшного, я думаю, наш степ там точно не затеряется, так что поехали с нами. Подъезжаем к Japan Days, фестивалю праворульных автомобилей. Вот сейчас тут небольшая пробочка, но мы на самом деле прям за полчасика до окончания въезда по московским пробкам. Сейчас посмотрим, как это все тут будет происходить. Прямо до шлагбаума не гоняем. Спасибо. Прямо до шлагбаума не гоняем. Ну, мы гонять не сможем, у нас топором все-таки немножко. Но ничего страшного, сейчас куда-нибудь заедем. Вот, наверное, нам к ним. Ясно. Это Дима, да, приедет, привет. Здрасте. Водителя. А водитель, пассажир, 12. Все, по прямой дальше подскажет. Спасибо.
по прямой дальше подскажет. Едем. Вон, видно движуху фестивальную. Здесь есть две зоны. Зона дрифт и зона выставочная. Вот, если... Ну, на дрифт мы по-любому не попадаем, хотя я бы так дал бы, что я не дал на ножнике. Но на выставочной зоне мы попадаем. Офигеть, здесь сколько правого руля. Ё-моё, ё-моё, здесь очень много правого руля. Чё, Москва? Ну, ты молодец, сейчас посмотрим. На встрече, наверное, много людей мы всё-таки не застанем. Но здесь правого руля полно-полно. Сейчас всё покажем. Ой, мне уже нравится, сейчас солнышко. Посмотрите, какой кайф. Дороги, газончики, люди гуляют. Вон Аква стоит, кстати. Так, сейчас посмотрим, куда она. Если нам вот сюда, это будет очень грустно. Надо вон туда, самый движ, у нас степ очень красивый. Че, куда нам? Вот сюда. Поеду вот сюда. Я хочу туда, так что мы поедем туда. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам куда? Здравствуйте. Вам сюда. Так, билетики давайте. Мне покажи. Вот сейчас там на телефон. Пожалуйста. Водитель, пассажир. Спасибо. Пассажир. Багажник сейчас? Сейчас, да. Да, да, человеку покажете. Вася, я парковку взял, пожалуйста. Подарочек. Подарочек нам? Подарочек, конечно. Прикольно. Спасибо. Не зря ехали, подарок подарили. Так. Так, проверили багажник. Спасибо. Нам там просто свободное место любое. Все, понял, хорошо, спасибо. Здесь, короче, наклеечка. Вонючка. Какая-то ленточка. Короче, прикольно. А нам куда? Здрасте. Мы территорию не гоняем, аккуратно проезжаем прямо, вас ориентируют. Все, спасибо. Ё-моё. Вот так вот, ё-моё, тут тачек. Так, вот это что такое? Что это? Тойота какая-то? Это левый руль, это еще неинтересно. Вон Алтеза такая, этот причем Алтеза Универсал. Ё-моё! Мы в раю, походу, мы в раю. Это Москва, это цивилизация, это праворульная Москва. Это что-то с чем-то. И кайф. Все, короче, мы погнали. Сейчас мы найдем нашего товарища Клима Сазонова, который покупал у нас басика. Он сюда приехал на своей марке. У нас должно быть дрифт-такси. Ну, на самом деле стилёненько. Очень много правого руля. Очень много. Здесь у нас сугроб, так называемый, 110-й марк. Это Левин. Фортуна комплектация, кстати, жирная. Турбо, ой, как хорошо здесь все на самом деле. Лансер. Ё-моё. Лансер, кстати, на армянском учете. Посмотрите, что я надыбал здесь. РК 5 кузов, двухлитровый степ-вагон на конкретном стенсе. Посмотрите, скорее всего, на пневмоподвеске. Вот это кто-то заморочился. Японский минивэн для московской молодежи. Причем там еще что-то заряжено музыкой. Вот такой есть. Кубик, смотрите. Для тех, кто любит жить ярко. Здесь Одиссей. Ну и далее какая-то Lexus леворульная, неинтересная. 34-й GTR черный. Mazda RX-ы 8-е. Ой-ой-ой. Это мы куда попали-то? Это мы куда попали? Такого в Владивостоке ты не сделаешь, да? Да, да, в Владивостоке у нас все более-менее такое, ну, на уличное. А здесь прям, ну, жестко выставлено. Здесь чувствуется, что с бабками есть все. Все хорошо с деньгами у людей здесь в Москве. Тут просто ГТРов, ну, до жопы. У нас там это коллекционные вообще варианты, единичные. Конечно, чувствуется уровень именно московский, но, знаете, с праворульным акцентом.
Честно, ощущения похожие вот на японские мотор-шоу, которые мы посещали до ковида в Японии. Очень сильно похожие по ощущениям внутренним, потому что глаза разбегаются абсолютно. Вот вы посмотрите, там стоит такая штука, потом такая штука, вот там вообще просто какие-то бешеные варианты. Все нализаны, все подготовлены именно конкретно выставки, погода сумасшедшая, и все это под открытым небом. Сердечко замирает, начинает биться чаще, и ты просто не знаешь, куда накинуться для того, чтобы показать об этом вам. А потом я пересмотрю этот материал дома и подумаю, блин, так много чего не показал. Я постараюсь передать то, что здесь происходит, потому что здесь реально очень круто. Короче, в дрифт-парк вход посторонним запрещен. Ну, сейчас постараемся что-нибудь намутить. Но пока вот спрятались под тенечек и наблюдаем за тем, как люди гоняют. Все. Интересный факт, что там стоит Краун 210 из Владивостока. Да, Эдуарда Малярова. Такой достаточно известный Краун, он 200, но в 210-й морде. Возможно, вы его встречали, видели где-то на фотографиях. Такого интересного цвета. Ну, блин, прикольно здесь, очень прикольно. Прям атмосфера, кайф. Ну, а Слава по классике продолжает снимать для вас фильм, который будет готов, скорее всего, к концу лета. Вот сейчас полетит, поснимает виды сверху. Ну, посмотрите, здесь, ну, просто очень кайфово. Офигеть, да? Машин уйма, вообще любые, какие только хотите. Фанатом бы какой марки вы не являлись, все здесь будет. Так, ну, вроде намутили. Сейчас сделаем проходку. Нам помог в этом Клим Сазонов. Он, видите, в красном костюме, как Шумахер. Слишком дорого выглядит. Всем привет! Вы находитесь в Москве на фестивале Drift, как там, Jump Days. Yeah. Вот такая вот огромная команда собралась, зацените просто. Куча народу приехала, но вы на автобусе заехали. Теперь я у вас буду брать интервью, то вы снимаете что? Да? Как дорога с Питера до Москвы? Вот такая. Все четко? С бензином были проблемы? Нет, не было. Не было больше пробок? Не было. Автобус вы поставили на выставку? Да. Только нас не пустили, я говорю, давайте подальше, 9 тысяч ехали к вам. Нет, вот только здесь можно, прям на въезде стоим. Сейчас мы договоримся, сходим. Как ощущения? Не, круто, здесь, кстати, берут. Как настроение? Отлично. Что делаете потом? Потом вечером встреча. Потом вечером. О, как хорошо. Потом с тобой обедаем. Сейчас перерыв у нас час. Дрифтовый перерыв. Блин, как удобно с этой штукой. Час перерыв, и потом мы едем вас катать. У меня есть шлема, а вас надо будет одеть во что-то. Вот в это? Нет. Я дам кофту надо. Владивосток, Москва. У вас на автобусе написано Владивосток, Москва. И что они вас поближе не захотели поставить? А вы сказали, что вы именно сюда ехали. Ну, конечно. Такая типа, да, насрать. Чувак хотел что-то. Ты что хотел-то от меня? Сфоткаться? Да. Давай. Тут все строго, тут смотрят. Так, давайте посмотрим, как 11 тысяч километров ребята существовали. Дверь, кстати, вот в Хонде тачка ощущается немножко по-другому. Тойота другая, Хонда другая. Вот мониторище, да, можно? У кого ключ у вас? Заводи должен завести. Нет, заводить не надо, зажигание включено. Монитор примерно такого же размера, как у меня. Здесь, смотрите, какие-то полочки. Да, полочка. Тут полочка. Там магнитов, тут покажи, полочка. Сколько мы приехали. Это все подарили? Да. Вот салон пластмассовый, да? Такой же, как у меня пластмассовый. Вот эти полочки есть. Что такое Econ? Это режим типа экономичный? Да. Он off, это двери, да? Здесь можно стаканчик. Здесь под левую руку engine. Здесь автоматический старт-стоп. Автоматическая рука передач, подогрева есть. Кстати, у меня подогревов нет. Вот, видел, у нас такая штука есть. Вот, это у меня тоже есть. Второй климат. А вы есть. Смотрели телевизор? Не смотрели. А как его вообще? На диск? Он, короче, диск, просто, да? Дублирует, да, то, что ты на основной камеру вводишь. Либо диск, либо HDMI. Слушай, ну мне вот руль круче. Да, сразу, да, круче, потому круче. Что вот здесь у меня кнопок нет, их и не бывает. Ну, это круиз-контроль. Он адаптивный, кстати, он видит полосу, препятствия и так далее. Ну, короче, Honda круче, как батя и говорил. Ничего себе, вот это японцы продумали, посмотрите. Чтобы не поцарапать литье. Зеркальце там, потом зеркальце, на том зеркальце с обратной стороны зеркальце. И вот видно, получается вот так вот. Ну, это
Это я вперед смотрю или назад? Это ты смотришь вниз. Ну, вперед. Да, вниз на переднее вот так, колесо. Вот так, вот так, да? Да. То есть, если я выверну колесо, его будет видно? Да, чтобы не поцарапать, а бордюр у тебя. Ну, кто-то тут ехал вот так. А тут так всегда едут. Мы ложимся спать. И полный багажник, да? Ну, там резина, ну, так, а там, мы еще очистили. Так а почему вы выбрали Honda, а не Toyota? Ну, нравится. Так ты какая морда? Honda или Toyota? Ну, в рестайлинге, конечно, Honda. Да, только рестайлинг. Здесь чик-чик, здесь on-off. Эта штука регулирует свет, включи ее, нажми он. Нет, вот да, он, и теперь крути эту штуку. Ё-моё, ну это уже задротство какое-то. Ты типа хочешь понежнее. Это интимно. Да, да, да. Все, договорились пройти сюда. Вот человек договор. Вот этот, чайзер. Договорился, слышал? Вот этот договорился. Региончик там родной. Родные края. Понял? Ну типа ты отсюда. Молчать. А Стила, нет? Вон Стила такой, Клим Сазонов. Не, Стила просто типа абсолютно голос. Вот солидно, смотри как, а. Давайте оценки. Вы, кстати, его первый раз же увидели, да? Нормально? Мою ведерочку. Дальше мы будем в парке походили. Ладно, мы погуляли, посмотрели. Прикольно. Прикольно здесь на самом деле. И машины интересные, и леворульные есть, и праворульные есть. И GDM, и там BMW всякие различные, Mercedes и так далее. В общем, короче, прикольно и интересно, но очень жарко, прям очень жарко. Умираешь. Сейчас, если получится, еще катанемся в дрифте, поснимаем, покажем. Но на самом деле мероприятие очень крутое. И организовано классно. Кстати, ГР. Так, что мне нужно делать? Просто пристегнуться вот этой штукой? Мне нужно рулить. Включать передачу. Да, а потом с тобой. Я думал сразу. BMW пока на втором месте. Так, это самая безопасность в этой машине? Да. Все, я понял. А иконка есть у тебя на приборной панели? Вот здесь есть. Все, понял. Да благословит нас Господь. Так что все будет нормально. Все, поехали. С Богом. Пил готов? У меня у брата была Креста 90-х. А марка конкретно не было. А не, хотя был. Был. А у ребят? А у Димасика Skyline были. GTR, просто рестрой. Ниссановод. Ниссановод конкретный. А Сергей у нас по фондам, по цивикам, там, по такой теме. Скорость при дрифте? Где-то 260. Примерно 250-260, пятая передача в отсечке. Да нет, тут такая затычная площадка, короче. Там у нас конфиг, где сейчас выставка. Но получается трек с тоненькой, с узенькой такой дорожкой. Да, да. Здесь большая площадка, но затычная маленькая. Я думаю, что 30-40-50 и очень много затыков там такая, именно для оттачивание навыков рулежки, перекладок и так далее. Классная площадка. Маленький конфиг, но хороший. Все, понял. Маленький, но хороший. Поехали. За нами BMW. Right.
меня села камера, и поэтому там на каком-то моменте, наверное, шлок обрывается. Мы прокатились, эмоции переполняют, очень круто. Особенно парный дрифт, это что-то с чем-то. Ну, конечно же, не то чтобы это какое-то удивление для дальневосточника, да, дрифт, особенно с тех, кто из Владивостока, но... В принципе, та организация, которая здесь, тот подход именно к мероприятию, который здесь, он, в принципе, дает ощущение, как будто бы этот дрифт не в России, как будто бы это вот что-то из Японии. Серьезно говорю, вот по уровню организации здесь очень серьезно. Сейчас мы заперлись нашего степа с флагом на лобовом стекле, с кондиционером на максимально включенный уровень. Просто пытаемся прийти в себя, потому что реально солнце утомляет безумно. Особенно дрифтить нужно обязательно в кофте, в штанах. Нужно стоять очередь, потом только прокатиться, это занимает буквально там 2 минуты, и потом опять очередь, а потом остыть и так далее. Короче, крутое мероприятие, спасибо Климу большое. Его ссылка на его канал будет в описании под этим видео. Подпишитесь, пацан занимается стритовой движухой в Москве. Он покупал у нас минивэн от Toyota Voxy. У него есть еще Mark 100, так что, блин, короче, есть оно что посмотреть. Он всю эту движуху показывает изнутри, потому что живет здесь в Москве. У меня все. Все было классно. Время практически 5 часов вечера. Мы сидим, ждем, пока там Сергей со Славой покатаются, у Сергея ключ. Поэтому мы просто сидим в теньке во своей же тачке. День капец какой тяжелый. 5 вечера, и вот со скольки? Ну, часа 3-4 мы здесь, да, уже. Часа 4, наверное, мы здесь на солнце в плюс 30. Жестко, жестко. И сейчас еще поедем на встречу с подписчиками 8 часов, и там часа, наверное, на 3 точно. Короче, вообще, Москва встречает в своем ритме, и это классно. Ай, да мы в Москве уже будем, да, что в курсе. Да, конечная точка, все, друзья. Да, уже можно вот... Это же крайний влог, да? Да, это вот можно на газоне посидеть уже. Друзья, это крайний влог, крайний. Не скажу последний, но это крайний. Да, капец, прикиньте, вот так вот бывает, все, мы доехали. Вот, вот. Владивосток-Москва, все. 11 тысяч мы проехали, а не 9. 11. Кайф. К нам? Пару комментариев. Блин, ну нормально на самом деле, я думал будет меньше. Ты чё, вон наш степчик стоит. Сейчас пойдем. Офигеть. Чтобы вы понимали, там вообще все пусто было. Мы всегда выбираем прям максимально пустой пятак, чтобы он заполнялся только машинами наших единомышленников. Ну чё, погнали? Честно, честно, очень устал. Вот кто спросил с кем-то, вот мы пересеклись, 19 дней в дороге, блин, тяжело. Кто бы что ни говорил, у нас все супер перегонщики, но, блин, я думаю, всем было бы сложно. Особенно в первый раз. Сколько еще отдыхать будешь? Завтра мы из Москвы улетаем, но мы летим отдохнуть. После проверки еще отдохнуть. А потом назад сюда возвращаемся.
А, где тепло? Да, где тепло? Без сахара, энергетик. О, это были силы. Нет, там они были, это точно. Спасибо. Так. Всегда вас рада слышать, потому что всегда мой муж вас слушает, и я знаю, что это Япония транзит. Спасибо. Так что спасибо, ребят, мы поехали. До свидания. До свидания. Я этого не понимаю. Я до сих пор этого не пойму. Поеду где-нибудь, подумаю там. Да, Клим? Кто знает Клима? Никто, наверное. Молодежь должна. Это ваш местный GDM-щик. Он, у него сотый мак, он валит боком, купил у нас басик вот этого белого. Хороший, надо брать. Да, мы недавно с ним познакомились, в Владивостоке тусовались. Я летал, да. Да, он, кстати, прилетал к нам. Че, как Владивосток? Все, хорошо, летом в августе еще поедем. Баня на воде там. Да, кстати, во Владивостоке есть баня на воде. Ты выходишь из бани, из бочки, прыгаешь в море, в бухте. И потом кушаешь краба вкусом недорогого, и прям хорошо. Да, крабы великолепные. Я оценил. А есть же ресторан, кстати, где лучше всех приходит королевского краба. Я только название не помню. Это, наверное, где-то года два назад говорили. Наверное, Зума, да. Но там, блин, ценники такие не очень приятные. Краба надо покупать, если будете во Владивостоке, не берите его там в магазинах. На форпосте пишите, краб вам частник продаст за нормальные деньги очень вкусного парного камчатского. Да, там не только запчасти продают. Запчасти от крабов еще. Я, конечно, не знаю, насколько вам нужно ехать во Владивосток, потому что у вас здесь тоже очень классно. Но, типа, если вам... Это сегодня без пробок классно. Берем телефон, подключаем проводок, и у нас появляется CarPlay. Я такого еще не видел, чтобы можно было всем этим делом пользоваться. Даже WhatsApp работает, смотри, офигеть. Вообще нормально. Чик. Слушай, очень круто. У меня вот ничего не понятно. Карта. Вот карта. Или навигатор есть? Google Maps. Яндекс навигатор, наверное. Вот, да, вот. А, это музыка. Здесь Яндекса вроде нет. Ну, типа вот, нажимаешь найти. Короче, то, что надо. И говоришь вот так, подожди. Конишуа! Мы возвращаемся домой после встречи в Москве. Вот наша банда, уже привычная, которая прошла весь этот путь из Владивостока до Москвы. Почти 11 тысяч километров на одометре. Наверное, 11 миллионов эмоций мы испытали, куча всяких разных. Большой жизненный опыт получили. Встреча длилась у нас до половины 12-го. Стояли, терпели. Просто уже попросили нас отпустить, просто потому что надо было, ну, нам надо лечь спать. Время 12 часов, устали, надо спать, завтра с утра мы улетаем. Это последний влог, касаемо нашей поездки по всей стране. Хотел сказать спасибо всем, каждому городу. Все вы разные, все вы по-своему классные. Да, я не знаю даже, что сказать. Что можно сказать, когда вот ты уже все сделал? Типа, все. Все, мы все сделали. Мы проехали этот маршрут, мы сделали то, что обещали, мы встретились со всеми. Я узнал, что у нас просто сотни людей, которые за нами следят, которые готовы помогать, которые очень тепло встречают, которые смотрят нас за наши обзоры, за наши какие-то мысли, за наше дело, за наши идеи, за наши мысли. Спасибо вам большое всем. Мы сейчас в Москве. Мы скоро окажемся во Владивостоке. Москва, она особенная. Еще увидимся, друзья. Всех обнял. Пока. Ночь, огни.
И этот сильный-сильный дождь. Мы одни. Я точно знала, ты придешь. Не уходи. Пожалуйста, не сегодня.